Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной поздравительную открытку к Новому году. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится цветная бумага, бархатная цветная бумага, плотный лист бумаги красного цвета, ножницы, ватные палочки, пластиковые глаза, клей, фломастеры черного и красного цвета, гуашь белого цвета, фигурный дырокол, декоративные клейкие ленты, фигурные ножницы, распечатанное поздравление. Основанием нашей подделки будет плотный лист бумаги красного цвета, формата А4. Далее мы берем бархатную бумагу, берем пластиковый стакан, карандашом обводим его. Теперь мы берем ножницы. Ножницами мы работаем очень аккуратно, бережем свои пальчики. Вырезаем круг. Затем отрезаем край. Складываем наше основание пополам. Далее берем туловище. Обрезаем уголочек и аккуратненько вот так приклеиваем хвост. Вырезаем шипы и приклеиваем к хвостику. Из бархатной бумаги зеленого цвета вырезаем полосочки. Разрезаем нашу полосочку на три части. Приклеиваем наши полосочки. Берем пластиковую крышку и ее обводим карандашом три раза. Вырезаем кружочки. Далее берем клей и приклеиваем пластиковые глаза. Далее берем фломастер черного цвета, рисуем ноздри. Затем берем фломастер красного цвета и рисуем улыбочку. Затем вырезаем ушки и рожки нашему дракончику. Приклеиваем их к основанию. Затем берем фломастер черного цвета, так, рисуем лапки. Украшаем нашего дракончика. Далее берем ватную палочку, макаем в гуашь белого цвета и рисуем снег. Далее декорируем лицевую сторону нашей открытки. Берем декоративную клейкую ленту и наклеиваем на основание. Из бумаги желтого цвета вырезаем пламя и приклеиваем к основанию. Фигурным дыроколом из цветной бумаги вырубаем веточки. Теперь приклеиваем наши веточки к основанию. Далее берем ватную палочку, макаем ее в гуашь белого цвета и рисуем снег. После мы берем поздравление, которое мы распечатали, фигурные ножницы и аккуратненько вырезаем. Теперь мы берем клей, мы работаем на клееночке, наносим клей тонким слоем и приклеиваем к основанию. Затем мы берем ватную палочку, макаем ее в гуашь белого цвета и рисуем снег. Теперь подождем, пока это все высохнет. Закончили мы делать нашу открыточку, вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!